Всем привет! Начинаю новый влог. Сейчас вот мы собрались с Катюхой поехать в торговый центр Greenwich. Хотим что-нибудь присмотреть и какую-нибудь футболочку светленькую. Шортики, жарко. Она собирается, я уже готова. Дома душно. Надеюсь, в торговом центре будет прохладнее. Я сегодня еле-еле встала с кровати, потому что жарко, душно, лень. Лень меня сегодня охмутала. Выспалась я сегодня, спала я сегодня до 11 часов. Но, видимо, вот эта жара, духота, хочется валяться, не хочется никуда идти в духоту. Что-то еле-еле собралась. Жду Катюху, и мы поедем. Походим, посмотрим по бутикам, по магазинчикам. Может быть, что-нибудь и прикупим. Прохладно в метро ходить. Зашли в Резервет. Какие-то все кофты. Лето на дворе. А все... кардиганы. Причем смотрите, цена 3600. Мы Катюхе практически такую же заказали на этом, скажем, в Валборисе за 700 рублей. Так себе, короче говоря, мы разочарованы. Вообще ничего красивого нет. Цены дикие, а выбирать даже не с чего. Тебе не нравится такое платье, Катя? Яркое вот такое, не нравится? Не хочешь? Что, выходим тогда? Мы уже заходили в Вифри, в Глория Джинс. Ну, тоже такси, все. С Катюхой решили по рулам, по 4 штучки взяли. Катюхе и мне. Соевый соус бери. Имбирь тебе не нужен? Не любишь? Будешь? Вот так, немножко перекусить. Зашли мы уже во сколько? В три бутика. Глория Джинс, Бифри и Резервет. И что-то пока ничего не впечатлило, пошли побалуем себя роллами. Мы уже в пассаже и взяли с Катюхой вот по такой мороженке и вот по такой. Кать, покажешь, да, покажем? Бургер Кинг не очень нравится, кстати, в Бургер Кинге. Получается печененьки, кстати, клубника, это, по-моему, стало недавно, да? Раньше вот был Твикс, тоже печененьки, сгущенка, а сейчас либо шоколадный, либо клубничный. У нас следующий день. Я лежу в кровати. Ленюсь. Потому что отпуск. Не тороплюсь никуда. И валяюсь. Я уже позавтракала. Попила кофе. Кофе сварила в турке сегодня. Проводила Вову на работу, Ксюшу на работу. У меня Вова уходит где-то в 6:15. Очень рано. Самый первый уходит. Ксюшка ушла сегодня в 8. Вот я после них как раз-таки позавтракала. Посмотрела видосы, какие вышли новые у меня.
на ютюбе. И пошла легла спать. Отлично, да? Вот так. Сейчас время где-то 11:30. Катюха встала, пошла делать омлет. Как раз поговорила про Катюху, она заходила и меня спрашивала. Она, кстати, очень вкусно делает омлет. И я ей попросила, говорю, сделай еще омлет, у меня будет второй завтрак сейчас. Второй завтрак. Сегодня в планах у меня просто отдыхать. Просто отдыхать. Котяра тоже наслаждается теплом. У нас сегодня 31 градус. Ожидается. Завтра тоже 31 или 32. Катюха вчера, кстати, делала мороженое. Принесла мне вот такое мороженое. Ну, это как ледышка, наверное, скорее всего. Здесь мармеладки. Мы купили, ну, такие мармеладки. Типа мишек, знаете, различные такие. Жевательные мармеладки. Вот. И газировку. Она хотела спрайт, но спрайта, по-моему, не было в магазине. И мы взяли какую-то газировку, лимонад, мармеладки, и она вот сделала такую мороженку. Буду пробовать мороженое. Сегодня у меня ленивый день. В общем, я сегодня только помыла посуду. Помыла посуду, больше ни на что сегодня не способна. У меня какая-то не то чтобы апатия, но просто решила, в общем, отдохнуть. Отпуск буду. Решила день валяться. Даже готовить ничего не захотела. Сегодня не буду готовить. У нас будет сегодня такой... Не знаю. Что найдем в холодильнике, то и поедим. Заказала пиццу с пиццемии. Привезли такую горячущую. Поедем сейчас с Вовой на дачу, чтобы полить грядочки, потому что у нас стоит жара, и нужно поливать. Когда жарко, мы стараемся еще и ездить на неделю один раз. Ну, то есть, например, в среду и уже в пятницу, как обычно на выходные. Приедет сейчас, поест пиццы горячей. Хотя у нас жарко, горячая пицца. И купим, наверное, сегодня арбуз. На вечер хотим арбуз. И все. В принципе, кушать даже и не хочется, потому что пьем воду. У нас всегда кувшины наполнены водой. Мы пьем простую воду. Ну, Вова, конечно, работал, ему-то кушать надо. Но у нас есть супчик. О, мне мама звонит. Сейчас отвечу. Погодка отличная. Вова ушел за углем. Сейчас купит уголь. Мы возьмем чуть-чуть мяска, чуть-чуть так, чтобы посидеть вечерком. Раз у нас уж такой пошел романтик, такая пошла движуха, с ним поехали вдвоем. Поэтому посидим, пожарим шашлычок. А я хочу бассейн надуть, поэтому, может быть, еще достанем бассейн. Как раз к выходным вода нагреется, и можно будет покупаться в выходные. Мы в Костроме взяли вот такие таблетки для бассейна. Решила закупить укропчик, досажу, ну и жидкое мыло, это для дома. Thank you.
Витули, девчули, мы здесь на даче. Все, открыла дверки. Все у нас. Все в порядке, хорошо. Солнышко светит, на улице жара. Все супер. Сейчас я буду поливать, переоделась и буду заниматься поливкой. А Вова, может быть, мне сейчас поставит бассейн. Тишина, красота. Сбегала в теплицу уже, нашла огурчик. Смотрите, какой у нас огурец. Не может не радовать. Классно. Такой здоровый уже нормалек. Уже свои огурчики. Красота. Радует, 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 что уже свои овощи пошли. Так, показываю, что мы купили. Заезжали в Мегамарт. Взяли по стейку. Вот стейк из шеи по-грузински. По одному стейку нам, в принципе, посидеть так. Мы не то чтобы наедаться. Чуть-чуть посмаковать нам хватит. Завтра Вова на работу с утра. Мы уезжаем завтра утром. Рано, поэтому нам сегодня на вечер. Еще и домой заберем, я думаю. Потому что тут взяли шашлык деликатесный. Тут стейк. Так, стейк из свиной шеи. Тут другая специя немножко. Алабама. Алабама. Тут по-грузински. Стейк, стейк, шашлычок. Лаваш. Это я взяла домой жидкое мыло. Манго и лайм. Надо будет завтра не забыть его забрать. Домой мы взяли кофе, оно закончилось. А Ролтон, это ж вдруг если Вова захочет жидкого. Ну и так взяла парочку, чтобы про запас. Колбаски докторской тоже на завтра, на утро. Ну, домой везем. Взяли в светофоре фисташечки солененькие. Давно уже не ели фисташки. Вот небольшой мешочек, небольшую упаковочку, 300 грамм. Вова взял себе носочки беленькие. Так, укропчик, то я хочу досадить. В светофоре взяли сетку от насекомых на магнитах. Белизну Вова сказал, что баню будет ей что-то там делать, не знаю. Перчики я буду завтра тоже фаршировать. Перцы это на завтра. И чипсы. Это Вова себе. Так, вот небольшие, чисто-чисто вот такое необходимое, что нам нужно сегодня посидеть и на завтра домой. И у нас еще пицца. Вот и все. Я пошла. Сейчас буду поливать. Уберу все по местам. Сейчас сразу. Что с собой завтра? Я сейчас пакетик сразу сложу, чтобы не забыть. Вот такой большой арбуз мы купили в светофоре. В светофоре цена у него 25 рублей за килограмм. У нас вышло 10 килограмм где-то примерно. Вытянул этот арбуз. Сейчас будем пробовать. Вкусный или невкусный? Хоп. Ну, розовенький. Как будто даже переспел уже. Сейчас серединку. Ну, серединка всегда вкусная. Но он такой, кстати, я такой не очень люблю. Серединка сладкая. Собирала ягодки сейчас, клубничку. Собирала вот такое ведерко небольшое. Но они у нас местами есть такие крупные-крупные. Крупные ягодки. Аромат. А, клубнички. Аромат лета. Аромат клубники. Своей, садовой. Большие ягодки, классно. Я уже полила весь огород. И в теплицах, и
все на участке полила. Вова возится тут с бассейном. Вот выбрали вот это место возле нашей скважины. Здесь у нас такой хаос немножко вот в этой части. Ну и вот здесь вот выбрали место для бассейна. А я сейчас вам покажу, что у нас выросло. Ну, тюльпаны, видите? Ой, тюльпаны эти. Пионы уже все, да? Розовые отцвели. Вот беленькие остались. Беленькие. Еще немножко бутончиков. И распустятся. Розовые все уже распустились. И я три тюльпанчика. Ой, что тюльпаны-то называю их? Почему? И три пиона решила взять домой беленьких. Вот этот, Вов, распустится, который маленький. Распустится вот этот, как ты думаешь? Мне кажется, распустится. Все, в теплице тоже я полила перчики. У нас в теплице бочка. Что в этой теплице, что в другой теплице, где у нас помидоры. У нас стоит бочка с водой. И поливаем мы то, что в теплице у нас растет, то теплой водой. Наполняем бочку. Она нагревается. Приезжаем и поливаем все только исключительно тепленькой водой. Это у нас огурцы. Это баклажаны. Баклажаны мы впервые выращиваем в этом году. Ни разу еще не выращивали. И представляете, что мы увидели? А мы увидели уже баклажанчик. Смотрите. Причем такой не маленький. Уже с мою ладошку. Пока что только один баклажан почему-то мы увидели. А остальное что? Цветы, цветы, что ли? Или еще будут? Или мы не видим? Обычно я также нагибаюсь, смотрю, огурцы не вижу, не вижу, а передо мной большие огурчики растут. Нет, ну тут вроде бы не видно. Вова, какое-то изобретение там. Сейчас он вам расскажет. Вот, надувает. Сейчас бассейн. Какое изобретение у тебя? Через фен промышленный. Воздух качаем. Что такое фен промышленный? Видишь, фен. Как ваши волосы шут, это промышленный. Это потому что нет насоса, да? Насос есть, нет рядом электричества, аккумулятор снимать с машины неохота. А, и что ты думаешь, так быстрее накачаешь? Вот, качаешь, что-то не качаешь. Ну, он огромный. Сколько он? За сколько мы его покупали-то? Ну, года 3 назад, наверное, его брали, да? Да мы его не если не больше. Просто. Мы что-то переборщили с размером. Но. Что-то больно большое уже взяли. Я уж не помню, когда мы его покупали, года 3 назад или уж 5 назад. Мы подумали, что 3 метра маленький будет, а он оказался что-то очень большой. Чистить его тоже, да, плохо? Тяжело. Пылесосом его пройтись бы. Потихонечку темнеет уже. Это ну, накаю. Что ли? Что, маленькую? Маленькая. Большую надо? Вот ты наливала сколько? Я налила. А я что? Я поливалась. Немножко попала, видимо. Ага. Сейчас большую принесу. Ты такой маленький. На камере вообще все темно. Огромный бассейн. Такой маленький ты там. В этом бассейне, представляешь? Смотрится. Все, наполняем бассейн водой. Конечно, уже плохо-плохо видно. Качество уже плохое. Ну, уже увидим завтра с утра, либо выходные. Сегодня я не опробовала водичку. Выходные уже буду пробовать. Вечерняя романтика.
О, прикольно. Угу. Шашлыки готовы. У нас сегодня ночной жор получается. Здесь наш шампурах и эти стейки. Я сделала уже томатный этот соус с кинзой, с чесноком. Очень вкусный лаваш. Нам сейчас нравится вот такой лаваш на гриле. Ну, на мангале. Очень вкусно получается. Всем приятного аппетита, кто с нами тоже ужинает. И всем пока-пока. Время 5:20 утра. Вот наш бассейн как выглядит. Очень большой. Огромный. Там уж кусты смородины прижало. Все. Едем в город, Вове на работу. Птицы уже, кстати, поют. Во всем.